Всем привет, дорогие зрители! Нашел необычную квартиру с турецким хамамом. Смотрите. А также в квартире есть сауна. Это редкая квартира, потому что два в одном очень сложно что-то найти. Вместе с сауной в новостройке. Подходит квартира также под гражданство. Теплые полы. Квартира большая. Я сам не понял, что это такое. Посмотрите. Это только вот санузел. Такой большой. Я большими шагами хожу, чтобы понимали, что здесь душевая кабинка большая. Один шаг сделал большой. Где-то здесь 15 квадратных метров. Без сауны, без этого хамама. И люкс там. Золото везде. Так. Вентиляция есть. Проверил. Также тут есть вентиляция. И в хамаме есть в турецком. Также здесь теплый пол. Отключим его. Угу. Минимальная квадратура этой квартиры 220 квадратных метров. Вся полезная площадь. 300 квадратных метров брутто. Тут 20 квадратных метров в этой спальне. Я сразу выйду на террасу. Покажу вам этот интересный вид. Такой вот. Около античного города Наула. Здесь запрещено строить. Тут где-то могут когда-нибудь вот там построить, но здесь конкретно не построить. Потому что, видите, еще античные вот эти все стройки стоят. Тут есть продолжение, еще посередине там есть вот античная стена. Глазами все видно вот так. Горы. Слева горы. Справа горы. А вдали Кавказ. О, море. Глазами вижу я так, как вы сейчас видите. Соседнее здание, это уже колорит. Это должно быть. Без них никак. Расстояние до моря. Максимум до воды 380 метров. Там улица Барбаросса, вот между этим зданием впереди них. Здесь стык улиц Ататюрка и Барбаросса. Район Махмутлар. Огромная терраса. До туда не могу отмерить, сколько метров. Там кладовка, видите. Вот белые открываются, там кладовка. Туда я еще дойду. Ой. Можно ее купить так же, как под гражданство, если все налоги оплатите. Так. Вторая спальня. Здесь 14 квадратных метров минимум. Айдат 750 лир на данный момент. Я уже не знаю, сколько комнат. Уже три спальни я увидел вместе с вами. Это третья спальня. Тоже 14 квадратных метров как минимум. Юго-восточная сторона. Может быть и 16 квадратных метров здесь. Лазерный измеритель уже не беру, так как на глаз уже приблизительно знаю. Это у нас родительская спальня. Четыре спальни наверху. Можете одну сделать гостевую или офис. Это гардеробная. О, кровать сюда. Красота, да? Квартира для большой семьи. Также отдельный балкон есть.
Настоящий санузел. Все золотое, драгоценное такое. Здесь кладовочка была. Ну да, маленькая кладовка. Не нужно ведь поставить. Новостройка с инфраструктурой, открытый бассейн, крытый бассейн также есть, сауна, хамам внизу. Если вам будет тесно тут, туда тоже можете спуститься. Вот бассейн заливают большой. Я еще спущусь вниз. О, видно горы той стороны, бочки, это естественно есть. Вся инфраструктура в шаговой доступности. Барбаросса отсюда 150 метров, и от Барбаросса до моря 150 метров. Я вам 380 сказал, это максимальное то, что есть. Может, сейчас я вижу, что даже здесь не 380, а 300. Я всегда говорю честно, метры, даже квартиры, полезную площадь говорю честно, минимально говорю. Это тоже учтите. Тут потому что вместе, если гардеробно посчитать, тут есть минимум 25 квадратных метров. И санузел вместе, вот этот квадрат. Тут где-то у нас тоже 16 квадратных метров минимум. Пойдемте вниз. Входная дверь. Двухуровневая квартира. О, двери такие интересные. Так. Под лестницей у нас местечко. Можете что-то сделать из него там. Шкафчик какой-нибудь. Подлестничный. Это у нас третий, да, санузел. Да, наверху был хамам. Сауна еще. Проточный водонагреватель установите сюда. Ну, все золотое. Кран тоже золотой. Итак, отдельная кухня. Тут у вас вид никогда не закроется. Фишка есть у квартиры. Тут французский балкон. Так что я в конце скажу цену ролики. Дорогие зрители, торга нету квартиры, есть скидка. Да. Вот такой прикол. И здесь я уже снял. Квартира такая большая, что уже не помню. Вот. Огромная гостиная. Здесь 35 минимум квадратных метров. Полезная площадь. Может быть 40. Плитка, кажется, метр на 60. Так. Ага. Метр. 2, 3, 4, 5, 6, 6 метров. Короче, охот нет считать. Термопакет окна. И тут большой балкон. Звонили. Итак, сейчас выйду, сниму инфраструктуру, дорогие зрители. Итак, тут два лифта. Уже лифт пришел. Вот тоже такой золотой лифт. Тут у нас лобби.
Тут детская игровая комната. Там дети играют. Видеонаблюдение 7 дней 24 часа. Фитнес. Там еще какие-то комнаты не доделан. Закрытый бассейн. Римская парная. Сауна. Хамам, где был хамам, тут. Ну, дома там уже есть хамам, но это добавок вам. Айдат 750 лир. Тут зона беседки, зона отдыха. Там ребенок голым купается. Так, здесь детская игровая площадка. Вот две зоны барбекю. Фасад здания. Итак, дорогие зрители, квартира. Так, цена квартира без гражданства 430 тысяч евро. ВНЖ пока что нету, может когда-то открою. Если хотите получить гражданство вместе с налогами, 500, сколько там говорили, 540 тысяч что ли обойдется вам. Мы это обсудим здесь, там налоги меняются. Так как доллар лира меняется. Также 430 тысяч евро без гражданства. Это квартира. Все, звоните, пишите по номеру плюс 90 555 064 91 10 91 10. Все, ставим лайки, пишем комментарии, что вам тут понравилось. Видите, необычная квартира. В квартире сауна, хамам. 4 спальни наверху. Наверху 4 спальни. 4 плюс 2 было, да? Кухня отдельная и гостиная внизу. Пока-пока.